Цыган приходит в секта Ойл, чтобы лично поговорить с Поповым. Максим по браслету понимает, что цыган стрелял в них с Романовым. Максим сообщает Романову, что Попов начал за ним охоту. От сотрудника Интерпола из Великобритании Жданевский узнает, что киллер Лунный Волк совершил у них два убийства, схожих по почерку. По сведениям Интерпола, Лунный Волк сейчас в России и выполняет заказ клиента Владимира Орлова по кличке Птица, инструктора спецназа ГРУ. Жданевский просит у руководителя контакты Птицы для того, чтобы поговорить с ним. Кирилл готов выйти на ринг с самым титулованным спортсменом. Кирилл достает контакты Лунного Волка и отправляет СМС.